Всем привет! Я продолжаю играть в игру Merge Dragon, Соедини драконов. И снова нахожусь на карте мира. Я закончила все уровни драгами и секретных два уровня драгами. Теперь у меня начинается гнилой лес. Ну, давайте первые посмотрим. Три кубка нужно, чтобы его сыграть. Ожидается у нас бронзовый сундук трехчасовой. И даже, может быть, яйцо травяного дракона дадут. Ну что ж. Давайте попробуем. Вот такой вот островочек один. Могилки. Вот гнилой лес, это будет могилки, точно. Знакомимся с заданием. Для победы создайте восстановленную статую Геи. Задание 1 для звезды. Соедините неживые деревья сразу. 5. Активируйте растущий призменный цветок 4 раза. И откройте яйца-сундук. О, опять яйца-сундук, которого нету 4 уровня, наверное. Да, опять надо думать, где его взять. А я так эту задачу еще и не решила. Так, ладно, трава у меня есть. Даже есть эти семена деревьев. Дракончик. Один там, другой там закрыт. Деревьев 5 сразу соединить. Это 3 будет. Так, 3... Это 4 будет, это будет 5 сразу. Как просили, соединили 5 сразу. Есть. Так, вот 2 яйца у меня есть, нужно получить 3. Для этого мне нужно травушку соединить, вот, чтобы получить семена. Так, яйцо получила. Теперь вот надо вот еще одну звездочку. Так, вторая звезда. И, наконец-таки, у меня появился дракончик. Так, дракончик. Что у нас там еще надо было сделать? Яйца-сундук, ясно. Так, могилки будем собирать. Трава. Я так понимаю, что нужно до статуи просто дойти. Просто дойти до статуи. Что нам для этого нужно будет? Сейчас посмотрю. Начал есть деревья. Мой красавчик. А мне вообще-то нужно просто землю открывать. А нет, может быть... А, дрова тоже нужны будут, кстати. Дрова тоже нужны будут, потому что тут я вижу дровами и призменными цветами закрыто. То есть мне нужны будут и призменные цветы, и дрова. Так, есть. Хорошо. О, еще призменные цветы. Эти деревья не надо сразу съедать, потому что они мне должны цветы вообще-то дать. Траву. И мне должны призменные цветы вообще-то вначале появиться. Вот пророс росточек у меня. Есть. Вот так вот. Вот два деревца. Есть. А, там у меня еще есть деревья. Ну, если еще деревья у меня будут. Так, а вот эти вот деревья могу соединить. Вот. Да-да-да. А что с этого дерева мы добываем? Сейчас посмотрим. Траву, наверное. Мертвую. Некроманскую траву. Угу. О, сундук. Ах, вот где мы сундук возьмем. Будем собирать сундук, что ли? Да уж. Да уж, вот я призменные цветочки получила. И еще вот цветочек я уже получила, которым надо будет открыть. Которым надо будет открыть цветочек. Теперь мне нужно с него заработать. Подождите, пока с него заработать, надо будет... сферку, вот, чтобы открывать все остальное вот тут вот. И дрова собрать, и деревья теперь можно. Ой, листики не надо, сферку надо. Вот, деревья могу что же соединить, вот так вот. Так, дрова, дрова, дрова. О, дрова мы тут быстро заработаем. Вот у меня есть могилка, вот такая еще. Так, дальше мне нужно еще будет открыть. Вот такую могу крест соединить.
Да, сейчас мы дрова заработаем. Можно вот это дерево, например. А если деревья соединю? Бам. О! Вот откуда сундук. Деревья нужно было соединить, мертвые. Так, вот так. Эту я статую достану. Теперь мне нужно немножко открыть. Так, вот это могу открывать. Тут яйцо. Так, сундук надо это открыть. Вот, что тут у нас? Еще один красавчик. Еще один дракончик. Так. Вот так вот монеток надавали мне тут. Все, давайте будем заканчивать. Не надо мне вот эти цветы. Мне нужно открыть статую. Для этого нужно сюда добраться. Раздали цветок. Нет, цветы мне тут. Не будем тут целое разводить поле. Тут много занятий есть для дракончиков. Поэтому тут надо с ними. Так, этот тут листики решил добывать мне вместо сердечек. Ну, хватит уже листики добывать. Так, ладно. Давайте откроем вот эти вот. Вот, теперь мне не мешают, соединяю призменные цветы. Одна статуя, вторая статуя. Осталось еще вот эту статую открыть. Вот, и все, могу их соединять. Готово. Ну вот, прошла уровень на все 3 звезды. Может, даже могильный крест здесь предложит купить на этом уровне. Вполне возможно. Монетки, сундук, травка. Травушка-муравушка. У нас не нужна нам не зловещее семя, кстати, можно здесь получить. И не предложил могильный крест. Вот такой был гнилой лес. Следующий будет 3 кубка, чтобы сыграть гнилой лес 2. Возьмем его в следующий раз. А пока всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. До свидания.